В общем, хочу сказать, что-то накатило, и хочется мне сказать, что ищу работу сейчас, вот, уволился 2 года назад, открыл ИП и стал на своей машине таксистом, таксировать, вот, ну, что-то там как-то получается немножко заработать, там, в день 2-3 тысячи, ну не в день, там за вечер, я днем так целый день не езжу, пытался беречь машину, вот, ну и свою спину беречь, как пытался, много особо не ездил, там с 6 утра до 7 вечера, как все таксисты ездят и зарабатывают там по 6, по 8, может, тысяч, вот, 2-3 как бы зарабатывал, там на бензин, там на баланс кидал, чтобы мне информацию там давали таксистную, диспетчерскую, чтобы заказы шли какие-то, вот. И сейчас Новый год, машина сломалась, короче, в ремонте, денег нет, не знаю, кредит что ли брать, вот, там это головку блока сняли, там прокладку пробило, перегрел мотор, ремень у меня там слетел, еще просто все это накатило, и хочу вот я просто это все как бы рассказать, поплакаться что ли, не знаю. Вот, и 39 лет, и вот так вот я смотрю, вакансии там, там какие-то водители, какие-то пиццы, какие-то, не знаю, по образованию я педагог, учитель труда, будете смеяться, да, иди в школу там и прочее, а у меня 3 детей, мне в школу, не знаю, неохота, мне и так детей много, даже не знаю сам чего, колдовщиком был в запчастях, вот, но... Колдовщики все что-то, я не успеваю, звоню, уже все заняты. Говорю, 39 лет, резюме отсылаю, все, не нужен. Никаких ни звонков, ничего. Вот, работал еще в этом, в теплосетях работал, мастером участка. Вот, там сократили, соглашение сторон вынудили, короче, ну или не вынудили, но, ну потом бы мне сделали там работу такую невыносимую. Вот ушел, сейчас они набирают. Спрашиваю, это, возьмите меня, я вот работал, ну, сказали, что-то такое брать не можем, раз вы по соглашению сторон ушли. Не знаю, законно это или незаконно, но как бы это, я что, надо было не уходить, сам виноват, с другой стороны. Ну и, как бы, в такси работал, женщину подвозил с маяк, она говорит, ну, 5 лет надо подождать. Вот уже 3 года прошло, 2 года, вот, и как бы, вот еще 3 года подожди, и типа, мол, тебя возьмут, а я думаю, хер знает, а возьмут, не возьмут, а там, конечно, в принципе, нормально было, но как бы там именно, где я работал, именно в том районе города, именно в том предприятии, ну, там, в общем, сейчас, не знаю, как там все реорганизовано, как будет, что... Ну, так, ради... На шару кинул резюме, не знаю, будет ли, не будет. Вот. И хожу, как полный неудачник, и вообще, как чмо какое-то. Никуда не берут. Может, ну, плохо ищу, может, не знаю. Еще поищу, конечно. Вот. Надо такую палку себе купить, вот, чтобы это, на палке, этот, камеру, аппарат там. А лучше смартфон на палке. Вот. Одно только, что вот... Деньги заканчиваются. Деньги заканчиваются. Скоро будет есть не на что. Ну ладно, всем привет. Спасибо, кто меня смотрел. Про свой форт я еще буду снимать. Что там с ним происходит. Ну все, пока.